Здравствуйте, друзья! Меня зовут Аня, и я рада вас приветствовать сегодня на канале Казспорт. И вы знаете, мы потренируем сегодня не только тело, но и мозг. И я хочу задать вам вопрос, поделиться вопросом. Назовите, пожалуйста, 5 дней недели, не называя чисел и не называя дней. Как вы думаете, что это за дни? Есть варианты, друзья? Интересно. Нет? Нет? А подсказку, может? Послезавтра, завтра, вчера, сегодня. И послезавтра, кстати говоря, мы с вами тоже будем заниматься на прекрасной звездной разминке. И сегодня я хочу вам представить Татьяну и Станислава. Они пара супружеская, они профессиональные спортсмены в прошлом. Татьяна – волейболистка. Татьяна Фендрикова – казахстанская волейболистка. Практикует ментальную психологию. Мечтает создать собственную спортивную школу. И супруг Станислав – футболист. Станислав Фендриков – футболист. Как и жена Татьяна, практикует ментальную психологию. Мечтает открыть реабилитационный центр для восстановления спортсменов после травм. И перед тем, как мы начнем нашу звездную разминку, я предлагаю вам поработать над своим дыханием. Это очень важно сейчас. Друзья, мы переходим к дыхательной гимнастике, которая позволит нам максимально взбодриться и подготовиться к силовому комплексу. Итак, 4 повторения. Вдох. И выдох. Ощутите ребра, ощутите наполнение воздуха, вдох. Прям раскрывайте, раскрывайте реберную полость. Выдыхайте, выдох. Не спешите, делайте все подконтрольно. Научитесь дышать медленно, осознанно. Вдох. Выдох. Ну что, а я предлагаю немножечко разделиться вам. Согласны? Конечно. И каждый из нас сделает разминку, звездную разминку. Начнем с Татьяны. Да, я думаю, зрители уже заждались, поэтому да. Мы начнем разминочку с верхнего плечевого пояса. Сделаем разминку на координацию и немножечко разомнемся. Так. Руки перед собой. Левая рука у нас делает движение назад, а правая вперед. И таким образом... Мы начинаем круговые вращения. Занятно. Так, считаем по 8 раз. 6, 7, 8. Смена в другую сторону. Ой, 2. Ой, 3. 4. Как-то у меня сложнее с другой рукой. 8. Закончили. Есть. Это дает упражнение хорошую координацию. Может быть, теперь ответ от Станислава? Ну, у меня немножко попроще будет упражнение. Да, мы сделаем разминку на нижнюю часть нашего тела, на ноги. Исходное положение – ноги на ширине плеч. Делаем присед. Поднимаем. Вверх ногу. Присед. Вот так. А я уже чувствую, кстати говоря. Ох. 4. Неплохо, между прочим, хороший разогрев. Как вам? 5. Я вот чувствую. Отлично. Да? Я уже... разогрелась. Закончили. По-моему, согрелись. Мне кажется, самое время. Можно переходить к основной тренировке. Согласны? 100%. Хорошо. Я покажу. Мы делаем 8 раз подряд, нон-стопом. Прыжок вперед, колени слегка согнуты. Отпрыгнули назад, статическое напряжение, сидим. Готовы? Итак, время пошло, мы начинаем. Прыжок как можно дальше. Отпрыгнули назад, сели, таз назад. Снова прыжок. Хорошо, отпрыгнули, таз назад, сидим. Друзья, выполняйте с нами, будьте аккуратны, сидим. Отлично, еще так, работа ног, очень активная. Работа центра, это мышцы пресса. Отлично, еще 4 повторения. Со мной. Ух, веселей каждый повтор. Великолепно. А еще 2 осталось, мы справимся. Ух, мы сильные, мы все можем. Конечно, последний повтор. Оп, сидим. Встряхните немножечко ноги, очень неплохо. Давайте 5. Первые
этап есть, хороший разогрев, хороший задали тон. Друзья, попейте воды, чуть-чуть восстановите дыхание, а мы идем дальше. Я предлагаю перейти ко второму упражнению, не менее интенсивному. Готовы? Вперед! Шаг-выпад. Шаг-выпад. Сели, посидели немного. Снова так же. Друзья, вы с нами? Я надеюсь, вы с нами. Потому что нам хорошо, и я верю, что вам тоже. Просто пробуйте и делайте. Не сидите. Самое главное, выполняйте движение, и все получится. Еще 4 повторения. Уже настроение поднимается. Я чувствую, и температура тела растет в хорошем смысле. А почему? Потому что калории сжигаются, а сжигаются они с удовольствием. Стоп! Класс! Великолепно! Чуть-чуть восстановиться. Супер, супер. Мы завершаем и приступаем к третьему упражнению. И это упражнение я предлагаю сделать суперактивным, друзья. Ну что, я покажу. Смотрите, мы делаем 2 jumping jack. Один присед. 2 jumping jack. Присед. Готовы? Да. Приступаем. 8 повторений в целом. Начинаем. И сели. Снова. Раз, два, сели. В этом упражнении важно держать мышцы пресса сильными. Колени не блокировать. Колени мягкие. Приземление на всю стопу обязательно. Колени над стопами. И еще 2 раза. Ух. Молодцы. Последний повтор. Эй! Здорово позанимались. Как вам? Отлично, супер. Великолепно, да, размялись. Мне здорово. Тоже все нравится, особенно когда в гости приходят. Супер. Друзья, мы завершили нашу прекрасную продуктивную тренировку. И я благодарна нашим гостям, Татьяне и Станиславу Фендриковым, что вы пришли к нам в гости, поделились эмоциями, поделились своей спортивной формой и движениями с нашими гостями, с нашими телезрителями. Просто делайте с любовью, занимайтесь с нами, а мы всегда рады для вас стараться. Пока! Пока-пока!